чрезвычайным ситуациям готовы. В Иванове прошел второй в этом году смотр готовности нештатных аварийно-спасательных формирований и формирований гражданской обороны. Более десятка единиц техники в понедельник с утра выстроились в ряд на бульваре Кокуй. Оценить подготовку Иванова к чрезвычайным ситуациям приехал в Рио главы города. О том, какие машины находят в спасательном резерве, проверяющим рассказали сами сотрудники ведомств. Особое внимание чиновники уделили экипажу скорой помощи и пожарному автомобилю. По мнению главы, техника готова. Ну, надо говорить о том, что, в общем-то, совершенству нет предела. То есть необходимо еще как бы дополнительно какую-то технику приобретать, дополнительно еще какое-то оснащение для ликвидации каких-то аварий.